Всем привет, дорогие друзья, с вами Зверьё. Это обращение к своим подписчикам. Что хочу сказать. У нас изменился немножко режим работы с обзорами. Они будут выходить в другом формате, как вы могли заметить по последнему обзору на наушники. Больше не будет живых обзоров. Мы будем стараться обрабатывать все это более качественнее. Количество подписчиков на канале Зверьё возросло до 28 тысяч. Всем спасибо. Всем спасибо за ваши лайки. Оператор, я вам плачу 100 рублей в день. Ведите себя достойно. Количество видео уже превысило 650 видео. Представляете, сколько я терплю это? Так вот, спасибо, что вы все у меня такие замечательные, прекрасные. Всегда оставляете лестные комментарии. Тролли мы просто баним, не оставляем их. Дизайн канала тоже изменился. Понимаю, что изменения вас немножко пугают и в обзорах на канале. Но мы движемся вперед. Не останавливаемся. Эффект давай, эффект. Эффект. Приближение. Да. Ну. Вот. Дизайн канала изменился, теперь он такой более сдержанный, не такой яркий. Сейчас там стритрейсер поедет. Спасибо. Дизайн канала новый, мне он нравится, вам он тоже может понравиться. Он не такой дерзкий, как раньше, без бигмагов и апельсинов. Мы движемся вперед вместе с вами. Так что впереди новые проекты, впереди новые качественные обзоры. На какую технику не скажу, но вы будете в восторге. Так что оставайтесь со мной. Кто не знает меня, подписывайтесь на новые ролики, ставьте лайки, с вас комментарии внизу. Всем спасибо, всем пока. Что там? Отхожу. О, у нас перемещается камера. Оператор работает на салу. Там просто мусорка. Будут. Давай. Слишком долго. Давай. Всем привет, дорогие друзья. С вами Еще раз. Всем привет. На, микрофон закрылся.